Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями! Привет! Вы на канале? На каком вы канале, Дени? Baby Go! И сегодня у нас с тобой какая игра? У нас сегодня игра на понятие больше-меньше. У нас такая вот деревянная матрешка по мотивам сказок. Сегодня я расскажу Денису сказку про репку и буду комментировать размер. Поехали! Денечка, жил-был дед. Вот такой вот дед, друзья, смотрите. Большой дед. И посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая, да? Пошел дед репку эту вытаскивать. Тянет-потянет, вытащить не может. Тогда вот этот большой дед позвал... Кого дед позвал? Позвал бабу. Бабу. Пришла баба. Бабка за дедку. Дедка за репку. За репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Давайте вытащим. Вот у нас дед. И тогда баба позвала... Кого баба позвала? Внучку. Внучку позвала. Внучка еще меньше. Видите по размеру, друзья? Дениска, смотри. Давай их построим. Дед за репку. Бабка за дедку. Позвала внучку. Внучка за бабку. Бабка за дедку. Дедка за репку. Упало что-то, да? Тянут-потянут, День. А вытянуть не могут. Тогда что внучка сделала? Смотри, вот эта вот маленькая матрешечка. Открывай, открывай. Давай. О, она позвала жучку, собачку нашу. Вы что, меньше размерчиком? Давай, закроем внучку. Закроем внучку. Так, жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, Динь. Достань, достань, что уронил. Садись обратно. Вот. Жучка за внучку. Жучка за внучку. Внучка, которая побольше, чем жучка, но поменьше, чем бабка, за бабку. А бабка за большого дедку, да? А дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Тогда жучка что сделала? Позвала кошку. Давай, тяни. Тяни за матрешечку. Давай, ручкой. Возьми ручкой. Открывай. Кто там внутри? О, кошку позвала жучка. Вот они строятся. Кошка пока самая маленькая, да, по размеру? И у нас что получается? Кошка за жучку. Жучка за внучку, потому что внучка побольше размером. Внучка за бабку, которая еще больше размером. Бабка за большого дедку. А дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Динь, тогда что сделали? Тогда кошка. Кошка, друзья, позвала мышку. Давай, открывай. Открывай. Опа! Вот у нас мышка такая маленькая. Давай, поставим. Давай, иди сюда. Иди сюда, сейчас мы с тобой вместе закончим сказку. Денис, так тебя не видит никто. И кошка позвала мышку. Мышка самая маленькая. За кошку. Кошка чуть побольше. За жучку, да, жучка. А еще больше. Внучка. Жучка за внучку. Внучка за бабку. И бабка за дедку. Дедка за репку. Тянут, потянут. И вытянули репку. Видишь как, дружная семья, и вопрос решила. И мы с тобой сегодня потренировали понятие размеров, да? Смотри, у нас большая матрешка, это детка, поменьше бабка, еще поменьше внучка, еще меньше жучка, потом кошка и самая маленькая мышка. Друзья, мы всем рекомендуем такую игру. Замечательные деревянные матрешки по мотивам сказок. Тренируйте понятие больше-меньше, заодно рассказ сказки. С вами был канал Baby Go.
Мы ненадолго прощаемся. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока, друзья. День. А попрощаться? Пока-пока. Ручки помаши. Пока. Поцеловать решил? Ну, давай. Пока, друзья. Еще разочек. Давай, день. Пока. Пока. До новых встреч, скажи.